Так вот, это принцип помощи, а это мой крик о помощи. Вытришь сюда? Да. На крест? Да. Отлично. Так, здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гарипов. Вы, видимо, пришли сегодня узнать, что меня волнует. И это очень странно. Так вот, громче? Окей. Ну, меня волнует ни много ни мало социальный конформизм. И не только меня, и других жителей этой планеты, я думаю. Так вот, начнем. Так, что дальше? Конформизм – это подчинение правилам, нормам определенной группы лиц, обществу, дабы избежать давления и конфликтов с их стороны. Мы же все помним с вами, как в школе во время теста, услышав вариант ответа от множества людей, ставили его, если даже думали по-другому, и порой были неправы. Ведь только через определенный период времени, созрев, мы смогли понять, что общество не всегда имеет объективную позицию касаемо всех вопросов. В тот момент, ну когда в школе, вы поняли, в тот момент, мы либо были просто не осведомлены в вопросе и решили послушать мнение со стороны, либо просто предпочли мнение свое большинству. Ну так, но даже сейчас конформизм действует на нас, и чтобы понять, что на нас действует, нужно разобрать все его классификации. Так вот, виды конформизма – внешний и внутренний. Смешно, да? Так, внешний. Внешний проявляется только в поведении, там, стиле одежды, никак на внутреннее состояние человека, его убеждения не влияет. Внутренний как раз-таки подразумевает полное изменение внутреннего сознания. Я сказал ерунду. Так, давайте приведем пример. Нет, пример. Так, давайте... Да, пример. Вспомним, как Галилею пришлось отречься от своей теории, поскольку общество не было готово к ним. Насколько нам известно, он продолжал в них верить. Так вот, это пример внешнего конформиста. Но если бы он выступил перед публикой, священнослужителями и признал все свои идеи ложными, при этом поверив в это был бы внутренний конформизм. Идем дальше. Так вот, активный и пассивный конформизм. Активный – это конформист, при котором индивид пытается принять все устои общества в скором порядке. Пассивный подразумевает то, что на индивида давят, и только тогда он принимает какие-то рамки и правила. Ну, понял. Так. Давайте представим, что вы член одной южноафриканской общины, допустим, масаи. И так заведено, что каждый мальчик должен стать искусным воином. Ну, да, тут важно понять, что традиции передаются благодаря механизму конформизма. Ну так вот, если вы активный конформист, вы будете изо всех сил стараться стать воином, дабы получить почет и уважение со стороны ваших соплеменников. Если вы пассивный конформист, это плохо. Почему? Потому что вам все равно придется это сделать, но без удовольствия, короче. Вы просто будете пытаться стать полноценной частью общества, и, ну, даже если хотите стать, допустим, ремесленником. Так, давайте дальше. Ну вот. Видите, грустный какой-то. Так, осознанный и неосознанный конформизм. Осознанный – самый редко встречающийся вид конформизма. При нем человек считает конформное поведение залогом успеха всего человечества и его в частности. Встречается в основном в восточных философиях. Неосознанный – это конформизм, при котором человек не имеет своего мнения, идет по пути конформного поведения, поскольку считает это самым легким способом, короче, идти по пути жизни. Вот. Пример. И вы севернокорейский рабочий, и твердо считаете, что в общности идей и мыслей, сила, и доказываете это аргументированно, и, ну, вы поняли. И вы считаетесь, собственно, осознанным конформистом. Если вы просто идете по пути, по которому пошли ваши друзья, знакомые, неважно, и не знаете смысла этого пути, вы считаетесь неосознанным конформистом. Так, дальше мы перейдем к примерам и механизмам действия, но перед этим я хочу провести тест, то есть эксперимент.
который проводили многие люди. Так, мне нужен случайный человек из зала, которого я желательно не буду знать. Так. Михаил, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Михаил. Приятно познакомиться. Я считаю, что на этой картинке две белые пирамидки. Вы как считаете? Конечно, оба белые. Спасибо, Михаил. Так вот, дальше. Мы должны понять, что общество иногда дает нам определенные установки, при которых наше отношение к вещам искажается. В основном это делает, этот механизм запускает СМИ или какое-нибудь авторитетное для нас лицо. Они как бы говорят нам, как относиться к тем или иным ситуациям, и мы принимаем эту точку зрения за общепринятую и придерживаемся ее. Давайте посмотрим видео. Давайте. Они же не подписаны. А звука-то нет. Нормально. Немцам уже рассказывать. Звука серьезно нет? Серьезно нет. Отлично. Должен добавить. Давай. Ну, короче, вот лицо доктора перед вами. Ну, говорят человеку. Он говорит, что там проницательный взгляд, доброе лицо, добрые черты лица, в общем. И вообще, мне кажется, этот человек очень целеустремленный, упорный и прочее. Говорят, что это лицо убийцы. Там, и говорят, что у него холодный взгляд, нечеловеческие черты лица. Что и даже им кажется, что даже если он будет говорить о чем-то хорошем, они будут думать, что что-то не так. Ну, в общем, на этом можно останавливать, поскольку у меня звука нет. Угу. Так вот, это пример того, как мы достраиваем. Да, тут правильно. Потом. Это мы тоже не выдержим. Да ладно. Можно презентацию назад? Так вот, это пример того, как мы достраиваем информацию у себя в голове в зависимости от информации, которую нам дал авторитетный для нас источник. Поэтому мы должны проверять вопросы, в которых сами не разбираемся, а не слушать мнение со стороны. Даже пусть это будет учитель, прости меня, Вадим, конечно. Так. Но даже когда мы обладаем достаточной информацией для определения своей точки зрения, общество способно на нас повлиять. Вот сейчас можно врубить видео. У него спрашивают, вот пять фотографий, есть ли на этих фотографиях один и тот же человек? Ему он отвечает, мне кажется, их нет. Ему говорят, хорошо, сейчас придет. И тут начинают говорить другие люди подставные, которые вокруг него, у которых изначально задача запутать его. Они говорят, что вот у бабушки одинаковые черты лица с мужчиной по цифре 4, по-моему. И они начинают убеждать, что если его выбрить, если зачесать волосы назад, будет один в один. И что вот это фото до того, как его попросили переодеться в бабушку, а это после, собственно. И человек начинает в это верить. Они дальше ему говорят всякую фигню, я не помню, что это уже такое. Но можешь вырубать. Но в конце концов он поверил и признал, что он был неправ, и он не учел время съемки, там, улыбку, не улыбку, ну вы поняли. И вот как на нас могут повлиять, собственно. Это происходит потому, что мы не хотим выступать против подавляющего большинства и выбираем более удобную позицию, поскольку она не сопряжена с рисками. Но что произойдет, когда эта позиция будет несуразна и абсурдна? Поднимите руку, пожалуйста, кто взял билет вот там. Да, больше было, чем вы говорите. Номер? Да, да, да. Билетик на входе, кто брал? Ну, поднимите руку, кто прошел мимо просто и не стал этого делать. Ну так. А ты что тянешь, Миша?
Ты пацаны вообще, почему ты там? Надо было с этого начинать, чтобы люди не знали. Тогда было бы точнее. А, ну ладно. Ну так вот, те, кто не взяли билетик на входе, молодцы, поскольку вы не стали терять время на то, что даже не было в регламенте. И вообще библиотека – это общедоступное место, то сюда можно проходить без пропусков. Но те, кто взяли, ну, это тоже неплохо, это даже естественно, как бы. Но просто подумайте о том, что в следующий раз это может грозить вам нечто большее, чем потеря времени просто, по факту. Вы можете выбрать не ту партию там, короче, не те законы могут избирать, ну, не важно. Ну, так вот, и перед тем, как я перейду к плюсам и минусам конформизма, я хочу провести еще один тест. Так, Эрик, давай. На этом рисунке сладкая каша. Как ты считаешь, какая это каша? Сладкая. Спасибо, Эрик. Так вот, плюсы и минусы конформизма, основные, которые мы можем выделить. Так, плюсы. Основной плюс конформизма заключается в облегчении производства и он может сильно нам помочь во время экстремальной ситуации. Ну, самое распространенное – это военные действия. Как бы, если мы не будем действовать слаженно, то у нас есть высокий шанс погибнуть. Минусы – это подавление личности, которое в конечном итоге приведет к неспособности принятия собственных решений. И потери времени, как вы все знаете. И еще подавление личности может затруднять прогресс всего человечества, поскольку труднее будет развиваться науки и творчество, поскольку конформизм подавляет творческую мысль, как мы все знаем. Ну, на этом, пожалуй, все. Теперь надо подвести свое мнение. Что же я думаю о конформизме, там, нон-конформизме, об этом всем? Ну, я, пожалуй, думаю, что нужно соблюдать тонкую грань между этим всем. Нужно и придерживаться определенных правил, которые... Да. Так вот, согласно аксиоме Эскобара, то, что если два параллельных понятия нас не устраивают, мы не выбираем ни одно из них. И, собственно, надо искать тонкую грань между конформизмом и нон-конформизмом. Принимать правила, которые вполне логичные, и не идти на рожон. Если они просто вам не нравятся по каким-то либо причинам. Ну, я думаю, что этим мы 15/4 занимаемся. Мы как раз таки не идем против общества и не говорим, что они не хотят просвещаться, вот такие плохие. Но и не плывем по течению, поскольку если плыли, лекторий бы вообще не было. Ну, мы скорее пытаемся хоть чем-то помочь, хоть такой малой вещью, как лектория. Ну, всем спасибо. Спасибо. Ну, Вадим, давай по стандарту. Я вижу поднятую руку. А у меня сразу два вопроса. Отлично. Дима, вот было упомянуто, насколько я помню, осознанно или неосознанно. Два этих вида и плюс фото иллюстрации из Северной Кореи. У меня такой, как следствие, вопрос. А к чему относить тот случай, когда человек идет на поводу у толпы не из-за того, что он хочет, или из-за того, что так надо, а из-за того, что ему страшно? То есть, когда перед ним не оставляют выбора? К неосознанному? К неосознанному пассивному. То есть, когда вот либо делает как все, либо в концлагерь, это неосознанно пассивный человек. Ну да, поскольку типа выбора нет как такого. И хорошо, спасибо. И второй вопрос сразу. В конце ты отметил, что именно насаждение конформизма ставит по факту крест на развитие какой-то... Ну не крест, она затрудняет. Скорее. Затрудняет, извините. Да, научные мысли и уж тем более творческой. Угу. У меня тогда следующий вопрос. Как поступить, допустим, творческим деятелям, авторам, режиссерам и так далее, чтобы прокормиться своей деятельностью, так как зачастую им приходится вливаться в формат, чтобы их деятельность принес им какую-то прибыль. Как им выживать? Да. Является ли это конформизмом? Mm-hmm. Поскольку в сфере именно такой медиа и шоу-биза именно конформизм, к сожалению, приносит
бы и дает автору возможность получить премию. Mm-hmm. Но давай посмотрим. Ну, я знаю только российский шоу, ну, могу увидеть только российский шоу-бизнес и андеграунд, скажем так. Но сейчас такое время, что даже андеграунд, ну, типа, люди, которые не участвуют там на Первом канале во всяких ледовых там, ну, не знаю, вы поняли, побоищах, да. Они могут спокойно распиариться ВКонтакте через другие площадки. Ну, можно привести пример тот же самый Versus, допустим. Там многие рэперы просто берут и пиарятся. Ну, и это не конформизм, я думаю, поскольку они же не делают это через площадку шоу-бизнеса. То есть, ты говоришь, что в этой сфере можно именно какими-то путями? Ну, да. Ты считаешь, как поголовное увлечение Версуса, ну, типа, блин, очень много там ноунеймов, в том числе, да, просто стремятся туда, потому что там хайп, потому что там можно жирануть. То есть, это ты не считаешь это конформизмом? Но тут вопрос именно о шоу-бизнесе. А Versus, ну, понятно, но Versus это другая сторона, скорее. Любая типа, площадка это в таком случае, ну, это такое, это комфортненькое такое место, где можно хайпануть. То есть, нежели чем своим трудом, ну, распространять свое музло, например, там, вкладывая немеренные бабки. Ну, я не спорю, ты в этом... Помни аксиом. Да, да, да. Ну, ты в этом вопросе более, я думаю, разбираешься там, в музле, а куда бабки вкладывать. Но я считаю, что есть обходные пути все-таки в этих вопросах. Да. Как ты считаешь, нужно ли бороться? И если можно, то как бороться с... Не нужно бороться. Ну, в смысле, осознавай, что ты делаешь просто. Как бы. Вот и все. Ну, думай, почему ты поступаешь так, зачем ты это делаешь, собственно. Если... Лови себя на мысли о том, что ты иногда просто следуешь за большинством, как ты говоришь. Ну и почему ты это делаешь? Если тебе нужно это сделать, и это не несет тебе никакого убытка, то с радостью следуй. А если ты делаешь это против своей воли, по убеждениям, или чего-то боишься, то уже пора задуматься. Еще вопрос. Как преодолеть себя, если все вокруг считают? Ну... Этот вопрос не по теме, конечно, но... Как преодолеть кого? Общество? Себя? Чтобы остаться, не поддаться. Не поддаться. Ну, я думаю, сейчас, конечно, будет странная точка зрения, но я думаю, что есть компания людей, которые поддерживают твою точку зрения. Ты можешь влиться в эту компанию. Это тоже будет конформизмом этаким, но... Ты там не будешь чувствовать себя угнетенный, наверное, скажем так. Это сеанс психотерапии, в смысле? Да. Не знаю. Лекция, знаешь, что тебя волнует. Да, что мне волнует? Сеанс психотерапии. Ну, у кого-нибудь еще будет вопрос? Давай. Дима, не то чтобы вопрос, а насчет билетиков. Изначально я вообще подумал, что это как для подсчета. Ну да. В смысле, это не подсчет, это просто... Мы не подразумевали это как билетики, я просто назвал их билетиками. Это просто бумажка, которую вам выдавали просто так. В смысле, просто стояла очередь, вы подходили и становились в эту очередь. Хотя можно было... Ты сам мог придумать любую трактовку, ты ее сам выдумал. Разве тебя не пускали в зал без этой бумажки? Ты мог подойти в зал и без бумажки. Люди, я видел, что люди спокойно брали, да, проходили. Да. И главное, те, кто в очереди смотрели на них, типа, ну ладно, что. Мне два вопроса. Первый, почему никто из вас не дает кубики Николаю? Вам жалко? Дают после. Я раздал часы. А куда же они делись, Маша, тогда? У меня есть все, я думаю. Заезд других переживаю. Я один себе оставлю. А второй вопрос. Так, кто задавал? Ну, Дим, а? Давай ты задашь после. Есть у кого-нибудь еще вопрос? Да. Эй, у меня второй был. Давай. Ну так вот, как ты считаешь, что сильнее влияет на конформность? Воспитание родителей или там СМИ какие-нибудь, не знаю, наша власть? Воспитание родителей может быть разное, конечно. Нет, ну, к примеру, если вот они действительно давят на тебя... Их мнение должно всегда действовать, как все остальные. Что все-таки сильнее?
воспитание. Еще вопрос? Да. А, конформизм, как ты думаешь, вот конформизм раньше сильнее проявлялся в, например, средневековье, да? Mm-hmm. Или вот сейчас он сильнее гораздо проявляется, или ничего вообще не изменилось? Я подумаю немного. Смотри, раньше бы люди вообще не задумались. Ты сегодня хотя бы... Мы ставим такую проблему, уже вторая лекция у нас о конформизме. Но, другая сторона. Например, там, в средневековье, смотри, да, когда... Ты спросил, конформистов больше ли? Больше его было, да, раньше или сейчас? Сейчас больше людей, и поэтому больше конформистов. Процесс как самого явления. Самого явления? Я думаю, сохранялось все время какая-то одинаково. Типа 70 на 30. Привет. Просто сейчас у тебя появилась возможность в этом сомневаться впервые. Раньше такой проблемы просто не стояло. Он реально был неосознанным, поголовным. Ну, еще вопрос. Вадим, ты не хочешь задать? Да нет, я бы... Просто мне понравился очень твой вывод. Я считаю, что это вообще, не знаю... У нас в буддийский вечер все превращается. Главный вывод — будьте осознанными, ребята. Будьте осознанными. Ну, раз вопросов нету... Я осознанный, если покупаю iPhone, он мне нужен, у меня есть причина. Ну и отлично. В смысле, сам факт покупки iPhone, мне не нравится, что я за пределами камеры теперь отвечаю. Ну, выходи. Блин, относился. Сам факт покупки айфона или любой другой статусной вещи не делает тебя автоматически следователем. Твое поведение конформно не делает. А именно тот факт, что ты, если бы ты это делал на основе исключительно статуса, а не на основе того, что тебе он нужен. Вопрос в том, разумный твой выбор, осознанный, или ты просто последовал за большинством. Я это понимаю так. Безусловно, следует за большинством, но когда я пытаюсь... Но ты сказал, что он тебе нужен. Нет, я ведь осознанно это совершенно. Еще раз. Я не уйду, я останусь здесь теперь. Спасибо, Вадим. Спасибо. Ну, давай. Вот у меня есть твоя точка зрения. Я считаю, что был не один, а 4 Ивана Грозных. Отлично. Должен я доказать твою учителю, правда? Знаешь, у тебя обычно бывают 4 Ивана Грозных. Просто начинаешь. Не, ну повтори вопрос, ладно. Если у меня есть твоя точка зрения, я считаю, что был не один, а 4 Ивана Грозных. Должен ли я доказывать учителю свое мнение? Правильно? Попробуй докажи, хорошо. Нет, правильно? Правильно это будет вообще? Ну, я послушаю. Хорошо, хорошо. Это будет правильно. И правильно будет только в том случае, если тебя переубедят в том. Все. Аплодисменты Дмитрию.